После катки расскажу. Ой, блин. Ой, прекрасно. Я сегодня уже шестой раз здесь играю. Мне надо Игоря найти. Нашла? Нет, не нашла. Ты где? Ой, у каких-то ворот. Поняла. Я около генератора. Грязь. А, найс. Ау. Сука, он ко мне. Ау, ау. В подвале со мной, прекрасно. Я тебя все равно найду. Ау, ау, ау. Эгегей. Не, в принципе, я могу упасть где-нибудь тут неподалеку, тогда ты сразу увидишь, где я. Смотри, где ген вычиним. Ну, он, конечно, сюда пойдет, блядь. Ты же сказал, ты у ворот. Ну да. А я что-то не к тем, что ли, прибежала? Возможно. Вот, смотри, где вычинили. О, я рядом. Ты жвачка, я десна. Хотя быстрее он же сюда придет. Прекрасное начало. Опа, мерси, спасибо. Благодарю вас. Так, куда он? По-моему, он тыпахнулся куда-то. Ну да. Так, тебя снимает, да, Фанга? Наверное. Ты мелодия, я баян. Ты Роксана, я бабаян. Мол, ты скажешь Иван. Не-не. Оу, тушите свет. Я не туннелер и не плотник. А что за линза такая, что она делает? Увеличивает мощность и длительность ослепления. И не жрет при этом батарейку. Это хорошо. Чё с анимацией? Так, кто рядом? Она вырывается? Ты чё, дура, блядь? Она сливается. Хотя не дала ей слиться, да? Почему? Ну ты сняла ее? Нет, это вообще не я. А, она спрыгнула, что ли? Походу, да. Нихуя себе. Но он опять за ней. Тут прикол был. Я ж в подвале. Случайно профукиваю проверку. Думаю, надо валить оттуда. И сваливаю, предварительно закрыв шкафчики. В ночи-то, прикинь. Ну, здесь шкаф только один, он сзади нас. Угу. Так, а ты как попался к нему? А рядом бегает. Еще и снять успел. Никита, Разбен. Ты монстр. Я просто хорошо устроил я. И в это время снял? Угу. Красава. Это, кстати, лайфхак хороший. Слушай, он туннелит прям жестко, конечно. Ты куда? В подвал? Угу. Давай, я пойду в соседнее. Блин! Ну прикиньте, блядь, подстава, блядь. Чё он тэпнулся в твой шкаф? Я его закрываю, он открывает и меня хватает. Это пиздец, блядь. Два прикола. Да, хороший прикол. А вы в курсе, что если он один раз использовал шкаф, то все, ГГ. Больше не сможет пахаться. Он не отдает мне! Ебать! Здорово, кстати. Здорово, заебало. Не отдает мне этот подвал. Я лягу. Не надо. Да не хотелось бы, конечно, но... Придется. Опять темнота. Блять.
смотри, сейчас сразу сюда тэпнется. Не. Закрывай нахуй. А куда ты меня несешь? А. Угу. Он этот шкаф сломал. Короче, два раза закрыть от него шкафчик не получается. Да, он ломает эту щеколду и все. Одноразово. Не вижу ничего, подсвечу. Ну-ка, подожди, Катя, ты не? Да вроде. Это темно, знаешь ли. Ой-ой-ой-ой. Да где? Туннелер ебаный. Яка тварь, а? А вот так вот, сука. А вот так вот. Чё, сука, где ты? Тэпнулся, что ли? Ой, убил мою эту поправку, блядь. Сука. Тут ген прям посреди карты, ебануться. Знаешь, чем поправка убирается? Когда он бьет меня, и у меня срабатывает без огласки, поправка потеряется. Потому что там сначала нужно будет себя подлатать, а потом уже лечить. Угу. Все продумали. Мы сидим прямо по центру карты. Сука, увидел, ублюдок. А, вот ты где. Да, я здесь. Так, ну, мы по идее успеваем. Но есть проблема, бежать некуда. Блин, а у тебя что, финальный подвес? Привет. Сразу вся компания. Привет. Доброе, доброе, доброе. Утро. Да, утро. Так, задротим. Ничего не меняется. Никита бьет. Так. Игорь ни разу не висел. Все идет по плану. Отлично. А сливают, как всегда. О, кто? Те. Интересно. Если сейчас... Котик, как вам не стыдно? Если сейчас на похер залезть в шкаф, что будет? Он может тэпнуться в шкаф, в котором ты сидишь, и он сразу тебя... А он уже где? Тихай. Ну, шанс того, что он телепортируется именно в ее шкаф. Беги, ёб твой, налево! Большой. Я попадал неоднократно так. Сука, через машину-то зачем? Это что такое, это палетка? Нормально. Так, тихо, сестренка. Ага, это понял. Я. Ай-яй-яй, по прямой, по прямой, по прямой, по прямой. Опустился. Манти должен сейчас Игорь. О, Игорь этим и занимается. Давай, да, молодец. И побежали, побежали, побежали. А Химера чинить не хочет, да? Ей похуй. Ну, она только что чинила. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А палет нет, ничего нет. Нихуя. Вокруг палеты побегай, не стой на месте, прошу тебя. Ты чё сидишь нахуй в кустах, блядь? Ты дура, что ли? Поздно нахуй бегать. Пиздец. Так, побегал. Я попрошу. Ты хотела, чтобы я побегал? Я побегал. Короче, когда добегаешь до палеты, это, сразу обращай внимание на маньяка и беги, чтобы вы стояли как бы параллельно друг другу. Я понимаю, по диагонали, типа, на максимально дальнем расстоянии. Параллельно. Ну, это смотря какой стороны смотри.
Да, с любой, как ни посмотри, главное, чтобы между вами было что-то. Ну, чтобы было параллельно. Понял? Спасибо. В теории не понял, да? Да, блин, парень, я понял прекрасно, но не всегда же так получается. Ага, здорово, чел. Просто не останавливайся в полете. Нет, только не через хит, только не через хит. Упустил, что ли? Бросил. Он пошел в твою сторону, Кать. Да нет, он куда-то ушел. Он этот ген не отдает. Ну тогда другой, надо чинить. А Никита что молчит? Он что мне говорит? Пиздец, как он меня увидел. Добавь свои фразочки. Эй, мистер полисмен, I don't need nobody. Побежал. К полете. Ой, не двигаешь, кажется. Или добегаешь? Добежал. Ну, похер. Падаю в любом случае. Блин, был бы идеально, если бы он тебя не поднимал. У тебя бы тогда адрик был. Ну, как? Он не поднимает. Он просто несет. Если у него нет секучки, да? Отлично, Химера, давай. Отлично. Ну, Химера сейчас умрет. А, отлично. Ну, если адрик есть. Так, ворота здесь, ворота там, все понял. Блять, ничего не вижу. Иди на общем. Опа-па-па-па-па, нет, сука, нет, отстань нахуй, иди. Есть наед? Нету? Нет, наверное. Нет. А, нету наеда, наеда нет, блять. Привет, сестра. Че слушаешь? Химера осталась стоять. У меня готово, Кать. Я вижу. Бегу. Тикаем. Спиночку. Все, отлично. Можно даже захилить, я думаю. Встань только ей в спину, пожалуйста, а то еще ударят. Ебой. А че он за мной не побежал-то? Расстроился. Вот он зря. Он меня мог вполне забить. Все, ушел. Обиделся. Чел, ты чё? Ты где? Ты где? Ты что такое? Ты существуешь? Да, еще попрыгай. Я, честно говоря, немного удивлен, что мы от грязи еще и на этой карте умудрились свалить. Ну не все, но да. Чтобы не давать ему люк. Угу. Пусть не закроет его. Он совсем болит, обиделся. Прям пипец как обиделся. Даже ладно, не подходит. Пойдем. Ну, пойдем. Да. Казалось. Прям совсем-совсем обиделся. Даже как-то вам жалко его. Да ладно. Даже не наедел. Он Никиту убил, ты понимаешь? Подожди. Это вот плохо ему. У нас же только был какой-то Space Cowboy. Да. Вот, как, у вас как играл. Да. Хочешь сказать тот же самый? Да. Ну он за другого вроде играл, да? Подожди, он за кого играл? Да, Джормани, я еще сказал. Не Синобит он был? Не. Ты там сказал, ты мучился, он тебя убить не мог. Рин. Да. Ты же сказал... Первую катку он нас отпустил, короче.